Дорогие мои подписчики, я не буду сегодня говорить о винограде. Я просто хочу вас поздравить с Новым годом. Спасибо, что вы у меня есть. Канал благодаря вам у меня растет. Вы у меня самая активная аудитория, самые лучшие подписчики. Я этому рад. Надеюсь, это взаимно. Хочу вас поздравить с Новым годом, чтобы у вас все было на позитиве. В любом случае, есть в жизни полоса черная и белая, но мы почему-то выбираем всегда черную и думаем о ней, и сопровождаем ее в течение жизни. Я хочу, чтобы вы думали только о белом, потому что черное и белое, оно всегда идет рядом. Переключайтесь на белую полосу, думайте только о позитиве, но без черного никуда не деться, оно будет. Его просто увидели, проигнорировали. Это для нас как бы все равно какое-то испытание. Для того, чтобы мы не расслаблялись, чтобы жизнь медом не казалась, чтобы мы проводили какой-то анализ жизни, чтобы понимали, что есть хорошее и плохое. И есть одна пословица, не помню, откуда я ее услышал. Не то главное, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся. Я хочу, чтобы вы относились только ко всему позитивно. Я вас поздравляю с Новым годом, с годом тигра. Это мой год. Я надеюсь, он и мне, и вам принесет радость, счастье, удачи. Все, друзья мои, с Новым годом. Я рад, что вы у меня есть. Вы лучшие. Пока.